Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Hyundai Solaris 2016 года выпуска. Двигатель 1.6, автомат, передний привод. Пробег на автомобиле 19 тысяч километров. Подошло время заменить задние фонари. Ситуации на дорогах разные случаются. Здесь расколот. Снизу. Где-то случайно прижались. А эта сторона разбита. Сейчас скотч сниму. От скотча отмою, от клея. Вот он, фонарь. В этом месте он расколот. Здесь тоже угол разбитый. Заказали два фонаря фирмы Депо. И сейчас их заменим. Снимаем клипсы пластиковые. Взял клипсодер. Аккуратненько поддеваем и выдергиваем клипсы обычные. Так, вытащу из багажника коврик. Вытащил из багажника и коврик, и родной пол. А здесь находятся у нас еще два самореза. Я их тоже откручу, чтобы не гнуть, не ломать облицовку. А теперь, я думаю, она отойдет. Все, вот так вот в сторону ее отводим и добираемся до наших гаек. Откручиваем три гайки. Перед этим снимем разъемы с лампочек. Гаечка на 8. Гаечка на 10. Открутил. Все. Фонарь целиком снялся. Сейчас переставляем патроны и переставляем вот этот разъем на новый фонарь. И новый фонарь уже у нас будет стоять целый, не колотый. Фирма Депо. Сейчас скажу его номер. Номер фонаря получается 121-19-10-L3U. Фонарь здесь идет один в упаковке, индивидуальная у него. Вот он идет без патронов, без разъемов. Но с уплотнителем.
нажимаем на этот разъем, здесь фиксатор снизу стоит. Вот на этот разъем немножко его как бы сюда в бок, но опять же не сильно, чтобы не отломать, а чтобы снизу он, о, чтобы снизу он у нас вышел из защелки. Вот она защелка, фиксируется вот на этот пропил. Ну и патроны против часовой стрелки поворачиваем и вытаскиваем их. Всего 3 лампы. Берем новый фонарь. И лампы вставляем на место и фиксируем патроны. И фиксируем разъем проводки. Все, можно устанавливать. Сейчас покажу, у нас сбоку есть клипсы. Вот у нас сбоку клипса. На эту клипсу одеваем фонарь. А потом только начинаем его задвигать. Все, и фонарь по зазору стоит ровно и по накладке стоит ровно. Теперь наживляем, закручиваем гайки. Одеваем разъем и проверяем, как он у нас светит. Габарит работает. Стоп работает, поворотник работает. Задняя передача не работает. Почему? Пока не поставили. Надо посмотреть. Лампа перегоревшая. Можно заменить лампу. Лампа здесь номиналом идет. Практически стерлась. 12 вольт. 16 ватт. Бесцокольная 16-ваттная. Поставлю светодиодную. Поставлю вот такие светодиодные лампы. G-Star. Это 54 светодиода с линзой. Должна на задний ход светить замечательно. Сейчас сравним с простой лампой, с родной штатной.
Да, разница, конечно, налицо. Это светодиодная светит, а это простая светит. Ну и все. Теперь можно собирать обшивку. Все, остается нам только собрать на место нашу обшивку. Так, эту накладку может тоже снять, чтобы я... Все, эта накладка сидит на двух клипсах, поднимается вверх и на двух крючочках направляющих. Зато теперь обшивку ставим спокойно и потом также спокойно снимаем с другой стороны. Заводим под уплотнитель резиновый. Открываются наши окна для клипс. Четыре клипсы защелкиваем обратно. И закручиваем два самореза. Все, эта сторона у нас собрана. Аналогичным образом разбираем и меняем со второй стороны. Здесь все то же самое. Также два самореза снизу и четыре клипсы. Показывать уже не буду, а потом защелкнем обшивку. Заменил я и второй фонарик, установил номер 121-1910R3U. Сейчас защелкиваю вот эту накладку декоративную. Заводим внизу два крючка в пазы. И защелкиваем клипсы. Ложим коврик. Заправил под сиденье. И проверяем наши фонарики. Проверяю. Вот так вот все работает. И теперь у нас фонари с обоих сторон стоят целые и не расколотые. На этом все. Всего вам доброго.